Дорогие девушки, скоро наш праздник, а я хочу поделиться с вами, как подготовиться на выход всего за час. После умывания нанесите на влажное лицо небольшое количество энзимной пудры и аккуратно помассируйте 2-3 минуты. За это время энзимы сработают как экспресс-пилинг. В качестве тоника возьмите лосьон концентрат Нео, который выровняет цвет лица, придаст коже отдохнувший вид. Для раздраженной кожи или кожи очень чувствительной стоит воспользоваться вместо тоника Keep Calm тонером. Далее на 20 минут нанесите маску Аква Удовольствия. Она эффективно увлажняет и повышает тонус кожи. А если ваша кожа шелушится, обветрена, склонна к раздражению, нанесите питательную маску от бренда The You. Затем снимите остатки маски влажным компрессом. После маски нанесите сыворотку Active Lifting. Она сделает четким контур лица, а также добавит лифтинг-эффекта. Это великолепное средство, как база под макияж. А дальше вы просто великолепны.